Я рад приветствовать преданных мечте на канале Дмаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем наслаждаться историей в игре под названием Ken Follett The Pillars of the Earth. Ну что ж, дорогие друзья, нас сегодня ждут интересные приключения, я уверен. Так что давайте посмотрим. Так, нам с вами надо Джеком, насколько я помню, выполнить задание, да, надо поработать. Еще нам надо поговорить с Лиеной и надо дать по шее Альфреду. Все, в принципе, нормально. Давайте взглянем, что у нас тут есть. Так это что, точечно? О, рабочий. Ага, рабочий на лесах. Ну-ка, а наверх я могу забрать? Hey, up there! Hey, down there! Вот и пообщались. Да? Вот и пообщались, да. Эй, наверху, эй, внизу. В крипту. Можно в крипту, кстати, спуститься, смотри-ка. Тимпан. The tree of life. When I was small, I wanted something with animals. I tried to make it look like no other tree, more like a thought. I like it, but nobody recognizes that it's supposed to be a tree. Well, Tom says it's done, and he won't let me do another one. А ему понравилось, да, работать, ну, творчески развиваться, делать какие-то скульптуры. Прикольно. Научился многому, я уверен. Так, тихо, нет, пока мы отсюда не уйдем. Так, с кем? А, вот еще с Малой можно поговорить. Малой! Hey, little brother. Маленький такой, озорник. Уже что-то нашкодил, наверное. Встать, корчить рожи... Сказать, как не просто за ним присматривать. Как не просто, пацан стоит, вообще никуда даже не отходит. Еще как просто. Корчить рожи. Давайте покорчим рожи. Давай повеселимся. Ну, я думаю, нам сейчас не до веселья, нам работать надо. Все работают, вон дядька работает или делает вид, а может спит там сидит. Но, по крайней мере, некоторые работают. Это что такое? Осиное гнездо. Несколько дней назад его здесь и не было. Но осы очень быстро, да, не быстренько вообще. Хоп-хоп. И уже гнездо. На даче не раз замечал трещину. Идиот. Ну, наверное, поэтому чисто на него и бубнит, да, то, что здесь свод должен быть деревянный, потому что, типа, стена, она не выдержит просто. Из-за трещины. Пойдемте сходим в крипту. К криптониту. А ты что со мной приперся? Шкет. Everything all right, Jonathan? Да, все то же самое, да? Корчить рожи и веселиться. Нам сейчас не до веселья, Джонатан. Не до веселья. А еще, говорят, за ним сложно присмотреть. Смотри, он за нами ходит и никуда не отходит. Святой Адольф. О, крыса, ты по... Офигеть. Жиробасина, как она пролезла? Where did it go? Какая жирная крыса? There must be some kind of cavity behind that wall. The foundations and the whole crypt were part of the old cathedral. Who knows what secrets are hidden down here? Ну-ка, давай попробуем расковырять. Ну, у нас инструмента даже нет. Чем мы ковырять-то будем? It's gone. А, блин, подожди. Может. О, во-во-во. Ну-ка, шмякнем. If I break something, I'll have to pay for it. Found that out the hard way. Видимо, не раз да ему приходилось. Библия, которую мне вели читать Филипп. Филипп такой. Давайте пацану зайдем. He's not that good at reading yet. А, на Филиппа он молодец. Умные книги дают почитать. Шваркни в крысу. Мы ж тебя не заставляем бить стекла здесь. Да и стекол-то нет. В то время вообще и стекол-то не было вообще. О чем вы? Так, ну что будем делать? А, можно же жмякнуть вот из этой штуки. Как дам сейчас в пчелу, а?
Уть-уть-уть. Давай, на бошку ко мне должно свалиться. I need to do better than that. Как этот бегунок быстро бегает, я не успеваю прям по нему шмаркнуть. Ну-ка подожди, давай еще раз. Давай, крути быстрее. Опа! Yes! I bet there are more nests around. Еще, говорит, есть много гнезд. Я бы на твоем месте вообще теперь держался от всех подаль. Это, конечно, тут озвереют же, по-любому. Как вы думаете? Нападут на нас, не дай бог. Может, в дядьку кидануть? Человека сбил. Продолжить работу сейчас. Не, давайте сейчас, наверное, продолжим. А что, нам надо выполнить работу? У нас перед нами задача стоит. На нас люди надеются. Time to get this done. Давай. Так, шпык. Ох, промазал мои руки. Нравится. Моя нравится. Угу. Nice. For some reason, I'm full of energy today. But the face still isn't right. I can never get the face right. I'm done for now. I just can't stand looking at it anymore. Oh, damn! Watch your tongue! I will. Damn. I need to get much better at this. Лица сложнее всего, наверное, рисовать, потому что эмоции передают. Ты должен дать эмоцию. О, смотри-ка, пчелиный уже улетел. Пчелиное гнездо. Мелкие, куда пчелы улетели? Ну что, работу я закончил. Повеселимся. Эй. Давай повеселимся. Давай ты залезешь на леса и прыгнешь. Come on, Philip said you can't. You have to work. I know what they said. I was there, you know. Сказать, как бы так сказать, что нет ничего плохого в отдыхе. Короче, строже. Ну, в принципе, да, ничего нет плохого, но, блин, я не знаю, может, у тебя только что рабочий день начался, а ты такой сразу, не успел еще работать начать, а, что-то я устал, пойду кофе попью. Philip and Tom won't mind if we take a break. Sometimes people say one thing and mean another thing. Учит пацана плохому. Either he's stopped listening or he's thinking about it. А он типа пацан либо перестал его слушать, либо обдумывает слова. Как не просто за ним присматривать, корчить рожи, встать. Ну пойдемте прогуляемся. Малой, жди тут. Никуда не уходи, или ты за мной будешь следить? Да, он, смотри, он за мной будет следить. Мне сказали, чтобы я следил, как ты работаешь. Ответственная работа. Кембриджский собор. Так, ну что ж, тогда давайте искать здесь, кого вообще можно найти. Ага, вон Филипп стоит. С Томом разговаривает. Jonathan, don't run off. Don't worry, he's here. Ah, great. Thank you, Martha. And no, I don't have time to watch him. Oh, damn. Opa! Oh, no! It's all broken! The sounds of the market. Shouldn't you be working, Jack? Eh, maybe I should go before I buy anything. Watch where you go, will ya? Now it's come to that. Even the monks step on my chickens. Я так понял, что Джек, он, знаете, такой, типа, вырос в конкретного лентяя, что ли? Он показался мне таким способным мальчиком. Потому что все его подтрунивают насчет того, что тебе не надо ли работать? Как будто я тут постоянно отлыниваю. Закончить разговор. Так, развлекать Джонатана. Как идет торговля? Давайте узнаем. Чисто будем вежливыми. So, how's business? All well?
More and more people keep coming here. Yesterday, there were 24 merchants from Shiring alone. You exhausted? Pretty much. But the Priory made a lot of money. Seems the Earl just raised the taxes at his market, so they all came here instead. Now they've all returned to Shiring for the Fleece Fair. Is the Earl asking lower taxes at the Fleece Fair? On the contrary. From what the merchants told me, it's even worse. So they all have to trade their wool there, including Aliena and the Prior. But you need a license to do a Fleece Fair, and only Shiring has one. Сейчас, наверное, будет больше налогов собирать, так как там, я не знаю, хотя, в принципе, войны-то, наверное, уже такой-то и не ведется никакой, так как уже все, что надо было, они завоевали. И не знаю, почему-то налоги растут. Ну ладно. А ты не поедешь на ярмарку 6? А ты не поедешь? А это что такое? Сейчас что за знак был? Вот здесь вот по центру появился. Оп. Are you not going to the Fleece Fair in Shiring? No. Philip asked me to supervise the market here. So now you're working with Philip and Aliena. I know, it's a lot of work. But we all want the same thing, after all. And what's that? To keep this place in good shape. This is our home. Yeah, I guess. You should be working too. I'm just taking a break. Заработался ты, посмотри. А, ты не видел Алену? Did you see Aliena? Hmm, maybe she was heading home. I think she's expecting a visitor. A visitor? Do I hear jealousy in your voice? I don't know what you're talking about. Да-да-да. Где дом-то, Лены? Подскажите мне. Aliena went home. Could be. I know she's expecting a visitor. Так, ладно. Развлечь Джонатана. Закончить разговор. Он так неплохо развлекается. Он со мной вместе ходит, ему весело. Maybe I should get going. Oh, before I forget, I have a message for you. Так, что там за записка? Так, это вся записка? Детеныш, мне надо с тобой поговорить. Я буду на поляне у реки. Детеныш, это так записка ли Элен? Элен, это мать его? I think Ellen wants to talk to you about Papa. What's there to talk about? Tom doesn't believe I can be a builder. That's not true. That's what she wants to talk about. Papa knows what you can do. He told her. Oh, did he? Yes. He's complicated. He is. On days like this, you can almost get lost here. Так, можно карту посмотреть. Откроем карту. То тут заплутаем в два счета. Ого-го. Понастроили тут, ты посмотри. Мост, мельница. Куда я могу-то пойти? Кухня. А, это просто. Я просто могу посмотреть. Я не могу никуда передвигаться по ней. Так, деревня Кингрбрис. Это наш собор. Я так понимаю, что это вход. Мы сейчас возле него. Это рынок, да? На нем ворота монастыря. А где поляна-то? А, вот поляна. Да, нам надо выйти и пойти сюда. Кладбище, мельница. Много всего, ты посмотри. А дом-то где, Алиены? Сборщик пошлины, мельница, мост, дом для собраний, кладбище, дом приюта, кухня, гостевой дом. Вполне возможно, она там. А, вот дом Алиены же написано. Ну, мы сейчас как раз на перекрестке к Алиене заскочим, потом на поляну. Вот что я думаю. The Hamleys were the ones forcing that deal on me to spite Waileron. They are breaking the agreement they made with King Stephen. All I know is that suddenly the quarrymaster wants us to pay steep prices for stone. And the Verderer of Shute Forest now insists we pay even more for timber. The Verderer and the quarrymaster both claim that they act on orders from the Earl of Shiring. If our workers find out, they'll get nervous. And rightly so. Of course, this is a terrible problem. It is. But I can assure you that we will be safe for the next few weeks. I planned ahead for a case like this. You have? Mm. There are always bound to be shortages. We can pay our workers, and there's enough stone and timber for a month. If it weren't for you, we'd be lost now. But our problem remains. I must talk to the Earl. Indeed. But first, we need to talk to the workers. They need to know. I agree.
Понятно, да, сейчас проблема. То есть специально интересно для чего, кто это затеял? Неужели это тот епископ затеял такую тему, чтобы нас как бы принизить, нас унизить даже, не то что принизить, нас унизить? Why would Percy Hamley break his word? Why now all of a sudden? I don't know. Он же приходил поговорить, вполне возможно, у них есть какая-то тема. Так что, ух ты, ё-моё, сколько тут всего. Украшенное сукно, давайте посмотрим. Fulling the wool is hard work, isn't it? Backbreaking. That's why we don't have much cloth to sell. At least they sell well. Why do you ask? I thought I had an idea. Maybe not. We'll find a solution. Так, ладно, хрюшки. Что тут еще у нас есть? Рынок, это Филипп с Томом общается, ослик чей-то. Красивый, каменщики, по ним сходим к каменщикам. Я вообще бы, конечно, тут полазил, но тут что-то так, сука. Hey, Jack, how did you like the stone I picked for your corbel? I like it, you are right. Now I only need to get better at carving. Give it time, Jack, you'll get there. Now, better get back to work. Who knows how long we can still work here. You've talked to the king before? Вот так, видишь, люди уже переживают. Hopefully he will. Слух-то по-любому быстро разлетается. Так, рынок, рынок. Собор, собор, там двери, дверь в... Ага, ага, нам сюда. Нас выпустят вообще отсюда? Типа, ты чё пошел? А, нет, смотри-ка, спокойно. Подожди. Did you finish your corbel? А, вон оно как. Сказать ему, что работа будет закончена позже. Сказать Тому, что работа закончена. Так мы же вроде закончили работу, разве нет? I'm done. Why do I get the feeling that when I go and look at your corbel, it won't be finished? А почему ты никогда не ругаешь Альфреда? Я стараюсь изо всех сил, понимаешь? Мне бы еще бы какой-нибудь вариант, типа... Я буду лучше стараться, отец. Это как-то подход. Почему вот это вот как-то... Почему Не хочу это выбирать даже близко. Стараюсь изо всех сил, понимаешь? Ну это, знаете, типа как бы оправдание. Ну я же стараюсь изо всех сил. Понимаешь, как бы я же не знаю, я не могу лучше. Конечно, можешь. I'm doing my best, all right? If you would let me do more than just the statues. You need to focus on the task at hand. I can do much more than stone carving, and you know it. We can't always get what we want. Alfred can. Jack, please. We have much bigger problems to solve right now. The Earl of Shiring has stopped supporting us. If we don't do anything about it, we'll have to send the workers away. We have to stop building the cathedral. I will talk to Percy Hamley. And if he won't see me, I will talk to the king, or this will be the end of Kingsbridge. Can I help you? Yes, by doing as you're told. Do your job, and only your job. And leave Alfred alone. Да я его и не трогаю вообще, он же сам ко мне цепляется, козлячий твой Альфред. Пусть в пене идет и отстанет от меня. Так, мне надо сюда, мне сюда-то можно уйти? Нет, я могу уйти. Да, мелкого заби... Мелкий замышляется. Так. Это здесь где... Где-то ж тут прям ее домик. О, нам сюда. Она... Брат Пол... Брат-брат, Джонатан. Так, подожди. Давай-ка посмотрим, как карту посмотреть. А, это звук отключает. Буковка М отключает звук. Ладно, пока не знаю. Я думал, что мы карту сможем поглядеть. Поляна там должна быть, да? Нет, она где-то вот тут. Дорога на юг, но мы туда выйти не можем. Так, понял все. Тропа к мельнице.
мелкий, потопали. Не знаю, шарахаемся просто так. Тут так много народу, здесь много чего есть делать и есть с кем поговорить, очень много. Что я даже теряюсь. Еще одно осиное гнездо. Откуда столько ос? Хотя, что я удивляюсь. Don't always run off, Jonathan, or I'll get in trouble with... Алейна! Рыбачишь, что ли? А, просто сидит. Yes? Do you mind if we sit here? Of course not. Поднять голову. Алиене поднять голову или Джеку поднять голову? Да, я так понимаю, правильно? And how are you two? Oh, well. Разве тебе не надо заняться работой? Я должен сам с собой общаться, да? Это странно выглядит. И почему все его гонят на работу? Ну я все понимаю, конечно, но все равно. Say, I wanted to talk to you, because... Yes, Jack Builder? I like you. You are beautiful. Why, thank you, Jonathan. Козел мелкий. Well... Ты все испортил. Well... Well... Ты все испортил, ты есть момент. He's here. I'm coming. Проваливай. Мешаешься только. Jack loves you. Вот он подлец мелкий. Но молодец тоже, кстати, раз он... I was just about to ask if you think that Jonathan suspects anything. I swear on this very Bible that I don't know what you're talking about. Cold, 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 cold. Oh, I lost my Bible. Shit. I'm sorry, but no bad deed goes unpunished. But we haven't done anything bad yet. You burned down the cathedral. Она откуда знает? Куда все знают? Я же типа беспалево это сделал. My lady. You dangerous feral beast from the woods. God hates me for that. He has a strange way of showing it. You remembered it. You sang it the first time when we sat here together. And you were dangling your feet in the brook, lost in thought. Just like today. Why can't it always be like this, Jack? I know what you mean. I hate pretending that I don't love you. Then don't. Jack. I know. Да, он-то просто люди, но он вообще... Обычный, он не то что даже простолюдин, он просто дикарь. У него вообще ничего нет. Для этих земель он вообще никто. А она все-таки, у нее чин. Так, ты что, опять поссорился с Томом? Ну смотри-ка, получается, он ей сам все рассказал, она оттуда и знает. Я зря на маленького-то позлился, а они, оказывается, у них давно роман. А тут, оказывается, вон когда. И он, наверное, ей рассказал о том, что он сжег собор. Вот дурак. Никому ничего не рассказываю. Не говори такие вещи страшные. Вдруг тебя посадят. Ты все еще читаешь Библию? Алиена, да, спрашивает. А, получается, это сторона Алиены, да, это сторона Джека. Ты опять что, опять построился с Тумом? У тебя давно не было вести от брата. О, кстати, давайте узнаем. Вот это любопытно, действительно. Have you heard from your brother? The war never ends.
And he always needs more money. And I pay him to fight for the man who killed our father. King Stephen, to get the earldom back from him. Yes. But you know, I don't even want that. Everything I've built here, what we have, I have all that because I'm not my father's daughter anymore. I'm afraid that if Richard becomes Earl, I'll lose much more than the money he's wasting now. Так он, получается, стал драться за короля, чтобы тот вернул ему графство? Он же поклялся на мече, что он не присягнет королю. Он же поклялся, что не присягнет. Разве нет? Или он просто поклялся? Я что-то сейчас уже как бы суть клятвы не... Я помню, что он поклялся, что он вернет. Но каким способом? Но отец явно был против того, чтобы он воевал за короля. Это я точно помню. Твой отец хотел как лучше. Your father meant well. I'm sure he did. Did he? He never loved anyone. Not even my mother. It was not my fault we lost the earldom. It's not my responsibility. How could father make me swear that oath? Ну, значит, для него... Сейчас, кстати, вот насчет этого... Ну, после этих слов я начинаю думать о другом совсем. По поводу его, да, ее отца. О том, что, возможно, он не любил никого вообще, кроме своего графства. Получается, и детей тоже. И он заставил их принять такую клятву. Это даже не какое-то там, типа, мол, благородство, как я сейчас думал, да. А вот на данный момент... Сейчас все поменялось просто в голове в одну секунду. А просто это из-за любви, из-за такой вот какой-то фанатичной любви именно к своему графству, которое он сам лично завоевал, видимо, в свое время, или отбил, считает его своим подвигом, и для него это просто позор-позор, и он поэтому заставил своих детей идти через такие жертвы. Ну, тогда даже не знаю, тогда, в принципе, братан ничего такого не делает. Ну, отобьет он графство, получит его, папаня будет рад. Но главное, чтобы он был рад. А отца нет, он же на другом свете, если он есть. Так что ему вообще должно быть все равно, что тут происходит в нашем мирском мире. Ты что, опять построился с Томом? Ты все еще читаешь Библию? А чтобы ее не читать, хорошая книга. Ты опять построился с Томом? А про Библию лучше спросим. Are you still reading the Bible? Philip insists. I better be angry that I lost it. Oh, don't worry. He'll still keep teaching you. I think he sees something in you. Oh, maybe I should become a monk. Oh, but you aren't allowed to kiss monks. I shall love you like a brother then. No, that's not funny. Say, what was that book called you told me about last time we met? The Amoris by Ovid. I've only heard about it. From a traveling scholar. The title sounds promising. Yeah, but maybe it's not as interesting as we think. Let's find out. I'll ask around Kingsbridge and see what I can find. All right. У монахов поспрашиваешь, любовный ли это ты, или ты серьезно? Такая книга, она же позорная, ты что, ее нельзя вообще монахам читать даже, там наверняка одна пошлость. Ну, правда, для того времени, возможно, для нашего, точнее, времени, это не такая уж и пошлость, это даже на легкую эротику, наверное, не сойдет, а вот в то время там, наверное, срам полнейший. Ты что, опять поссорился с Томом? Давайте лучше поговорим про нее. Опять забыла, как название? Ага, понял все. Поговорить... Об общих проблемах. О, кстати, давайте поговорим. Какие у нас общие проблемы-то вообще? You know, back in the forest, my mother made up the rules herself. But they all made sense somehow. Here, everything is... It's complicated. Oh, I know. Rules everywhere. Why is it that Tom can't tell Philip that Jonathan is his son? He's so happy when he's around Jonathan. Tom's rules. And Phillips, probably.
Tom believes he has lost the right to be Jonathan's father, as he gave up on him when he was born. That's what Martha said. And what about us? When will we tell other people about us? I guess when we're ready to play by their rules. Or they by ours. I guess. Это похоже на резьбу по камню, это похоже на торговлю шерстью. Такие, знаете, у них свои, короче, да, ассоциации друг друга. Давайте послушаем про резьбу по камню. Мне интересно вообще мысли Джека, глубокие мысли я хочу послушать. Мне прям интересно, как он вообще, ну, то есть как он вырос над собой. Он же вообще из леса вышел, можно сказать. It's like stone carving. Is it? When I first look at a piece of stone, I start to imagine what it could become. Corbels, squirrels. It's like I can already see them. But it's only when you work on it that you learn what you can and you can't do with it. If you do this, the stone will break, and if you do that, it will look great. Oh, we will tell people about us when we're sure it won't break anything. Right. I bet only good stone can be used for the pillars, right? Because they carry all the weight. Exactly. That's why Tom and Philip keep nagging you. They want the best for you and for themselves, which is you. If you say so. I know so. I want the same. Сколько у нас в головах всякого мусора вообще, кошмар. Так послушаешь. One day we'll tell everyone everything about us, Ali. All of them. Maybe not everything, Jack Builder. Мы сами себе рамки создаем, вот реально ограничения, различные предлоги. What's going on? We better go and find out. Everyone, calm down. What happened at the quarry? Listen. Yes, there was an incident. Our friend Otto Blackface was hurt at the quarry. What happened? The Earl of Shiring had his men stop us from taking stone from the quarries and timber from the forest. Why? Why would Percy Hamley do that? All we know is what his men told us. That the Earl of Shiring will not support the construction of Kingsbridge Cathedral anymore. What are we going to do now? I will ride to Shiring myself and I will talk to Percy Hamley. Oh, that's all good and well. But how are we supposed to continue working without stone and timber? I want to be paid before you run out of money. I need to feed my family. Calm down. You heard the prior. He will talk to the Earl himself. And I've planned ahead for a day like this. You will be paid soon. And there will be plenty of work for at least another month. For all of you. I trust Tom. I say we stay. And I trust our prior. I will prepare everything immediately. I'll be with you in a moment. What if the Earl won't listen to Philip? I need to talk to Philip. See me later at my house, all right? What about the book we wanted to look for? Not now. I think I can help here. I'll find the book. We will sort this out. And now, back to work. This cathedral won't build itself. And you, Jack, watch Jonathan. Oh, what again? Я смотрю за тобой, Джонатан. Что самое интересное, в принципе, Джек ведет себя немножечко, конечно, безответственно, я бы так это назвал.
там книгу, о книге беспокоится. Я понимаю, что он влюблен, ему сейчас хочется больше времени проводить со своей любовью, ему не хочется ничего вообще. Ничего в мире для него сейчас не важно, только вот этот момент для него самое важное. Но все равно он ответственен перед людьми, которые здесь занимаются, да, у него есть ответственные задачи, которые необходимо выполнять. За, как бы надо за это отчитываться, все-таки как-никак, для самого себя, по крайней мере, хотя бы. А то тут получается, начинает вот устраивать, я тебе книгу найду, Камасутра, наверное, походу это какая-то, а? Камасутра, небось? Просто завуалированное название. Так, ну что мы будем делать? У нас ничего, книгу потеряли, ничего нет. Может спросить у того мужика на... А, он сказал же, надо спросить у этих. В скриптории. Ну, пойдемте в скрип... в скриптории это где? А, фиг его. Ну, где-то на улице, наверное. Пойдем, пойдем. Филипп, хоть сюда. Пошлепали. Смотри, мелкий-то как уже вырос. Я сейчас, кстати, сразу не понял, кто это такой. А оказывается, это же в натуре. Это же сын Тома, да? Когда мать-то умерла, а сын остался. I will do everything in my power to make sure you are paid. I know that you showed us mercy before when we had to flee from Earl's castle. My husband has worked here ever since, and we would like to be close to our Lady Aliena, but we have no choice. Oh, Mary. The same goes for us, Mary. We all owe Philip much. I trust you, Father, but I risk my neck up there every day. My wife is right. If you can't pay, we'll have to move on. Kingsbridge is our home. I don't want to leave. Let me think of something. Maybe there's a way we can pay your workers early, Philip. But selling the wool at the fleece fair will take at least a couple of days. I'm sorry, but me and the other workers can't wait that long. Not now that everything is so unsure. Trust me, Philip. I'll think of something. Jack! You said you were done with your corbel. What I saw did not look finished. It's hard. I need time. I need it finished today. If you don't do it, Alfred will. That's my corbel. None of this is ours. Doing the carvings is the only job you didn't give Alfred to screw up. We should be thankful of the work we're allowed to do. And in our work, we must be thorough and steadfast. Thankful for what we are allowed to do. You are the one who wouldn't settle for less than a cathedral. You could have had other work, but no. For months, you remained steadfast, no matter the cost. When are you going to tell Jonathan about what happened in the forest? Психанул, да? Ah, shouldn't have said that about Jonathan. Damn it! Не время для паники, Джек, ё-моё, ты видишь, что тут так все люди на взводе, как струна натянутая, тут надо прям хотя бы как-то, я не знаю, всех успокаивать. Эти тоже такие, мы не можем ждать 2 дня. 2 дня они ждать не могут, 2 дня! Что для тебя решит 2 дня, ты даже проголодаться не успеешь, так что, блин, ну какого фига-то, ё-моё. Наш дом, мы так его любим, но 2 дня ждать не будем, ну пипец. Ох. У них же по-любому есть какие-то запасы, они же по-любому, у них есть пища. Все это я не знаю, короче, ни шиша не понимаю. Ладно, может там другие, опять же, я пылю и горю только из-за того, что просто не понимаю всех условий, наверное, той жизни сложной. Что это такое? Дозорный, ага, дома. А, в той стороне дома, Лен. Вон туда надо было нам идти. Дорога на север. Значит, здесь... Где карта, блин, дурацкая это ваша? Подождите секунду. Так, давайте посмотрим, где мы еще не были. И где, кстати, вот это вот место про книгу, где можно было бы найти. Конюшня, дом приора, крипта, ну это, понятно, это собор весь наш, да, кухня, гостевой дом, сборщик. Может быть, к сборщику пошлины сходить все-таки? Не знаю, зачем, но там вроде люди были, просто пообщаемся с кем-то. Давайте выйдем. А тут я даже не знаю, с кем можно. Давайте сходим сюда. Здесь вроде есть с кем поговорить. Получается, эту записку нам писала на... Good day, my ladies. If it doesn't have some Jack.
Have you come by to help, eh? not really. Didn't think so. After a day your hands start bleeding, piss and salt in the water will do that. Piss? Only way to get the grease and dirt from the wall. We can use a coin, but there's only so much pain you can take. Sooner or later, Aliena will have to look someplace else for fullers. I will find a way to help you with your hands. Well, it's a start. Then maybe you should get back to work as well. I'm just taking a break, all right? Заработался наш парень. Так, нам надо подумать, в чем можно облегчить боль в руках, да, им? А с чем можно-то? Хремов раньше не было, перчатки тоже никто не придумал. Даже не знаю. Кто тут у нас еще есть, с кем можно побеседовать? Так, это что такое? Деревня Кингсбридж. К мельницу. Давайте в мельницу сходим. Так, мелкие пчелы. Тряпка. Тряпку взять можно? Нет. Мельницу можно зайти. Та мельница, помните, да, где там было что-то начертано? Где я предположил, что кто-то повесился? А мне сказали, что, возможно, это просто человек ушел и оставил записку. Типа, никто там не умирал. Шмяк! I bet there are more nests around. Так, а зачем мы их сбиваем-то? Вопрос. Может, типа, подходить? Туда я в проход пройти не мог бы. Филипп, будь аккуратней. Пожалуйста. Ой, то есть Джонатан, прости. Так, тут написанное, мы уже видели. Пойдемте посмотрим. Может, что-то тут еще есть? Смотри, они починили механизм, да, сделали все, молодцы, рукастые люди. Do you mind? Так, пригоршни муравьев. Может, так, подожди, а зачем нам муравьи? Может, крысу выманить? Нет, зачем? Возьмем. Ой, my ants. I just took a few. They aren't all your ants. Что самое интересное, куда он их положил? Просто в руку схватил. The water flow turns the wheel. Then there's more wheels. And the millstone. The water flow turns the millstone. So the motion of the water is used and transformed into another motion, the grinding. Shouldn't there be all kinds of motions possible? We use wheels to lift timber and stone up at the construction site. Maybe the right kind of mill could make a sawing motion or a hammering motion. I guess that's a challenge for another day. Насчет камня я не знаю, да, вот насчет, кстати, лесопилки, вообще реально, при помощи колеса можно использовать энергию и действительно пилить, распиливать. Это ж прям вообще хорошая мысль, чувак, да ты прям зришь в корень. Погодь, что еще тут есть, да вроде больше ничего, уходим. Филипп, погнали, ой, то есть Джонатан, я чуть-чуть Филиппом, ты для меня будешь Филипп теперь, все. Потому что Филиппок на Филиппка похож, мелкий тоже. Погнали, вот у него тоже были шмотки в 3 раза больше, чем он сам. Так, ну куда нам еще идти-то? Книгу здесь мы не найдем, я так понимаю. Шиш нам, а не книгу. Ива, пойдем посмотрим. Колесо. When I find more time, I'll try to think of other mills we can build. The water is there, the wheels are there. Why stop at grinding? Мысль у него хорошая, возникает в голове, мне нравится. Ручей. Эй, ты куда ушел? О, там где-то переход был. А что с ручьем?
Ручей. Что скажешь про ручей? I don't see the Bible. Even if I could find it, I doubt it would still be legible. В принципе, мы с тобой уже давным-давно отсюда ушли, течение просто ее бы снесло. Причем, кстати, не здесь надо искать, если мы грохнули здесь, и колесо крутится туда, значит, вода льется в ту сторону. А это значит то, что Библию уже унесло совсем в противоположную. Что смысл ее здесь искать? Хотя, в зависимости, что там за течение такое. Может, там течение слабое совсем. И она просто погрузилась на дно. Так, ладно, давайте сюда выйдем. Вот тут, кстати, был же камень. Помните, да? Там мы камень находили еще. В первой книге мы там видели камень. Brother Paul. And that is little Jack. You see, he never paid the bridge toll when he came here. Sometimes you must show clemency and let those in need pass into our town without asking for coin. I'll remember your words, Brother Paul. Обучает молодых, ну, видимо, готовит, да, для себя. Хотите муравьев погрызть? He's teaching the novice about the bridge and the toll. I better not disturb them. Понял. Пойдем сходим, посмотрим, что там. Пол. Ой, я его называю уже по-разному. Пол, Филипп, Джонатан его зовут. О, маманя. Это ж мама. Маман. Смотри, она тут. Каменоломня. Это про это место он говорил, про эту нычку. Типа, где есть камень. Как раз, кстати, мы здесь его и нашли в прошлый раз. Он тогда сказал же, да, типа, у меня есть нычка пока, короче. Типа, мы можем ее воспользоваться. А туда сходить нельзя. Значит, про эту поляну был разговор. I'm afraid there's a lot of trouble ahead of us. From what I heard from Tom, they're trying to shut down the construction. They? The Earl of Shiring. Tom is under a lot of stress. If it weren't for him, it would already be over. Why are you telling me this? Did he say something about me? No. But I know that he just can't stand to see you and Alfred arguing. Just don't see why Alfred gets to do everything he wants. Alfred is a master builder. You are an apprentice. There are rules. They may not be my rules, but they are yours, if you want to become a master builder. Maybe. Don't be angry, Cub. I'm not. Я вначале подумал, что это зашифрованное было письмо Алиена, она так передала ему, типа того, встретимся, она, потому что я что-то по карте не сориентировался, про что она конкретно, какое место, как бы, да, было. Мы, типа, прошли здесь, и я не увидел, оказывается, да, сюда, да, это ж поляна и есть. Маманя, значит, переживает. Что у нас тут есть, маман? Что это такое, кувшин, что ли? As much as I'd like to, I did promise Tom I'd only do my own carvings in the evenings. Это все мы вырезали? Так мы что, здесь живем? Или я просто сюда прихожу здесь камень резать? О, шикарно, смотри-ка, у него интересная работа есть. Да. Я это давно вырезал. У него есть хорошие работы, смотри. А он здесь, видимо, их да изобразил вдвоем, Алену с собой. Моя маленькая каменоломня. Значит, он здесь камень использует, отсюда берет и здесь режет. Интересненько. Интересненько. Маман, что еще скажете? The fullers down in Kingsbridge are having trouble with their hands. I'm not surprised. I could only do it for a few days, even though Aliena paid well. Here, take this. Так. Жгучая крапива. А если разыскать ступку, то можно сделать бальзам для рук. Из крапивы, которая адско жжется. Ну ладно. А маманя-то лучше знает. Ауч! А то. Stinging nettle. Yes, and you need to crush it with a pestle and mortar, and then make a balm from it. Cuthbert had a mortar, I think.
The Fuller's hands will improve for a while. But only for a while. If they want to stop their hands from suffering, they need to stop fulling. Maybe you're right. Thank you. Это все равно помогло, спасибо большое. Маманя шарит вообще, я вам скажу, очень крутая. Так, крапива есть. Погнали отсюда. Мы уж все, что надо, здесь получили. Так. Так, где тут выход-то? Я же А, во. Все, и стыкал, не могу найти. Так, значит, нам надо пистик найти. Это нам надо идти в церковь. В собор, погнали. Хоп-хоп. Пойдемте сюда сходим. Дверь кухни. Пойдем на кухню. О, я вижу уже пестик, и не один даже, их вон сколько. Hello, о, вы поняли, да? Ступка, Jack, то есть. And Jonathan. This is not the best of times. Brother Cuthbert could have been a little more careful in storing the apples down here. I'm sure it's fine, Brother Andrew. I am not so sure. Even the salt is damp. Cuthbert knew what he was doing. Так, я не понял, what что is Brother случилось? Andrew up to? We will get a new cellarer soon. Andrew is preparing everything. Maybe they should get a new kitchener as well. Why? If what Cuthbert did was not good enough, then what I can do can't be much better. Cuthbert knew so much more than I did. One. Two. Ступка, ступка. Now, let's see. Here we go. Чуть-чуть не это. Yes. Последнее будет сделать сложно. Just a little more. Очень little more. Отлично. Good. And now, what? Millions? Yes. Do you know how to make a bar? Indeed. All it takes is some hot fat and beeswax. Ah, thank you. Спасибо большое. Получается, они переживают, да? Они как бы кто-то уходит с поста или что? Или может он погиб? Или я что-то ничего не you понял. You know, you really wouldn't make a bad monk, Jack. Me? I think that would be a problem. Why? You can read, you know about herbs, and you are good company. Is this supposed to be wine? What? Here, in the corner. No, it's vinegar. Уже накатил. It's vinegar. That shouldn't be here. What was Cuthbert thinking? Oh, Lord. Вот эти проверяющие, что ли? Кто это такой припёрся? Give me the strength to endure this without chasing Brother Andrew from my kitchen. I don't think I would make a good monk. Why not? Philip thinks so too. He told me. Never mind why. I don't need to be a monk to come around and talk to you, right? That is true. And I think I should get back to work soon. Thank you for your help. Да, огромное спасибо. А мы пойдем поговорим с этим дядькой. А что, мы уже ни с кем говорить не будем, да? Ну, все понятно. Нас выгнали из кухни. I've got the bomb. I'm done here for now. Женщины! Я вам бальзаму принес. Для сердечных ран.
чтобы излечить ваше больное сердце. They have problems with their hands and feet. Maybe I can find a way to help them. Так мы уже. Вот, на. Try this. Whenever did you find the time to make a bomb, handsome Jack? Don't you have work to do? Да who would I be if I could just pass by ladies in need? Does that mean you'll join us and do some filling? I have my own work to do, so that won't work, I'm afraid. Oh, of course. Suddenly you've got work to do. But I dare say, that balm works. My hands feel much better. Thank you. You're welcome, ladies. Отлично. Домам помогли. Уже хорошо. Что у нас там еще есть? Я вот думаю, что, наверное, с Альфредом нам лучше не накалять ситуацию. Итак, вот знаете, даже не из-за того, что Альфред кусок каки, типа с ним лучше не связываться, а просто пожалея Тома, потому что Том, он и так весь напряженный. У него сын мелкий, в монахи подался. Ну, его туда привезли, и тот забрать не может его, потому что он оставил ребенка в лесу. Альфред... А, кстати, где дочь-то? А дочь-то где? У него же дочь была. Ё-моё. Альфред, короче, какую-то бубуйню тоже творит, постоянно подкалывая. Ну, то есть, как бы, надо не накалять ситуацию, одним словом. Блин, а насчет дочери я что только сейчас вспомнил, что у него же еще и дочка была. Так, ладно, разберемся. Нам сказали, надо выполнить работу, пойдемте поработаем, действительно, а то что такое? Непорядок. Мужиков перекур, как я посмотрю. Once the west side and its towers rise above the priory, it'll be even more impressive. Only a few more years. What I'd give to build at least one of the towers. Ты еще пока не умеешь это делать. Ты можешь только пока камень обрабатывать. Тут же не только надо камень обрабатывать. Пойдемте сходим еще в клуатр. Тут же надо еще инженерное дело понимать. Тут не только красиво вырезать надо. Хотя, если честно, это тоже очень важно. Тут, наверное, Альфа трется. Я чувствую. А, смотри, он зарисовал весь пол. Маленький проказник. Ну ладно, давайте, дорогие друзья, наверное, остановимся на этом, потому что и так серия вышла довольно-таки немаленькая, и мы в следующей серии уже с вами посмотрим, попробуем, поизучаем, походим, все это узнаем, все это увидим. Вот и Альфред, да, этот проклятущий, бороду себе отрастил, борзеет, теперь ходит. А у нас еще даже бороды толком нету, с нами никто не считается. И посмотрим, что будет, как будет дальше развиваться сюжет, очень интересно посмотреть, как будет общаться все-таки с Хамли. Наш дорогой священник. Посмотрим, что там будет происходить. Потому что это действительно интересно. Почему они решили принять сторону? Но они наверняка сторону епископа просто приняли и теперь нас давят. И как это дальше, к чему это все приведет? Посмотрим, увидим, насладимся, я думаю. Если вам понравилось, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментировать это видео, поделиться им с друзьями тоже не забудьте, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте, а также жмакайте колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. А с вами был Станислав, и всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!